Всем привет! Меня зовут Каланов Денис, и мы на конференции HRIP. Я один из организаторов этой конференции. У нас в гостях Наталья. Наталья сегодня у нас на конференции делала доклад. Уже ж был, я да? не ошибаюсь. Наталья, мало кто знает про вас. Представьтесь, расскажите о себе, откуда вы, чем вы занимаетесь. Всем привет, меня зовут Наталья, я из компании Simrush. Я работаю генеральным директором, но до этого достаточно большое количество времени работала в рамках административных и HR-задач. Сегодня в своем докладе я старалась рассказать о такой больной проблеме – это офисы, расположение людей в этом офисе и, собственно, влияние такого показателя, как дизайн-код офисного пространства, на показатель employee satisfaction. Ну, давайте начнем. И какие же показатели, как влияет? Начнем с того, что мы стали задумываться над этим показателем, в принципе, когда произошел такой активный рост. Со 150 человек мы стали расти в каждый год 150-200+. Сначала удваивались, потом 50, да, потом 25. Соответственно, такими вот историями. В тот момент, когда начали прирастать там, в год плюс 150 человек, стали думать о том, каким образом нам масштабировать наши сервисы, наш офис, и не переезжая, да, и не уезжая в другую локацию, каким образом делать это в других странах, потому что работаем на двух континентах, в шести, собственно, странах. Угу. Плюс надо было учитывать особенности каждой страны, корпоративной культуры нашей, но при этом мы культуры, собственно, того города, той страны, в которой мы работаем. Соответственно, в первую очередь мы замерили, конечно, что есть сейчас, от чего мы отталкиваемся, и поняли, что наша схема перестает работать, потому что в основном мы были в кабинетной рассадке, и люди друг друга знали, и проблемы коммуникации не было. Но как только нас стало много, это там 200+, и в сторону 600, такая система уже перестала работать. При этом кабинетную рассадку наши девелоперы считали уникальной, им это было очень удобно, комфортно. Стали совмещать, пробовать что-то делать, и мы поняли, что для создания некого единства и для формирования понимание у команды в том, что наши офисы похожи, в том, что приезжая из одного в другой, ты будешь чувствовать себя так же комфортно, необходимы некие гайдлайны, которые мы и записали с учетом нашего брендбука в некий дизайн-код, но оставили, скажем так, возможности для маневра, для того, чтобы учитывать количество людей, масштабы офиса, бизнес-задачи, те департаменты, которые там находятся. Ну и, соответственно, пытались совместить эти вещи. На выходе получили следующее, что сделали комбинированную рассадку где-то оставили ее кабинетной, услышали людей, их пожелания по зонам коллаборации, по местам общего пользования, по, собственно, этажам, где могут сходиться все потоки, люди, и, собственно, увеличили наш показатель на 15% в среднем по всей компании. Что такое, что за показатель? Показатель employee satisfaction, то есть это уровень удовлетворенности сотрудников. Конечно, в него влияет не только дизайн-код, но мы понимаем, что офисное пространство занимает где-то 25% вопросов в среднем, так или иначе связанные с обстановкой, атмосферой, что есть, наполняемостью. И мы понимаем, что для людей это важно, это их беспокоит, и над этим нужно работать. В абсолютных цифрах, если считать только офисное пространство и только дизайн-код, примерно от 3 до 8% увеличилось, и в среднем employee satisfaction выросло на 15%. Дай несколько советов. Ну, я не знаю, сейчас какая-нибудь компания, их было, предположим, 150 человек, там у них не было никакого гайдлайна офисного, ничего там не было. Вот, и сейчас они задумались. А топ 3, наверное, советы, как сделать удобным пространство и каким пространство должно быть. Топ-3 или топ-5 советов? В первую очередь, наверное, нужно идти от бизнес-задач и от того, что хочется добиться. И хорошо бы это не просто там понимать, а еще и где-то записать, зафиксировать, обсудить. А как понять, чего хочется? Хочется писать хороший код, выпускать хорошие продукты. При чем здесь офис, скажет наш зритель? Наверное, все мы проводим те или иные опросы по там, удовлетворенности сотрудников, удовлетворенности работы в компании, не знаю, снимаем показатели количества. То есть первое – сделать опрос. Да. И что мы их спрашиваем в этом опросе?
Ну, наверное, стоит спросить о тех вещах, которые наболевшие, потому что если мы их не узнаем и их не поднимем, либо мы можем о них вообще не знать, стараться максимально широко. То есть, нравится ли вам текущая рассадка в офисе? Нравятся ли места общего пользования? Нравится там... Ну, наверное, не совсем так. Стоит не конкретно задавать вопросы, там, нравится или не нравится, а вопросы более открытые, чтобы получать, ну, как бы больше фидбэка с точки зрения, насколько комфортно вам как сейчас находиться. Да. Что вы можете сказать про... Что бы вы хотели улучшить, да? Какие у вас есть идеи? То есть тогда можно снять среднюю ситуацию по больнице, ну, скажем так, да, и, исходя из этого, ну, накидать некий, ну, как бы, блок вопросов, которые наиболее наболевшие. Далее я бы, наверное, предложила классический брейншторм из, возможно, в зависимости от структуры, там, HR-команды, может быть, команды маркетинга, которую, ну, которая пишет... Мы сделали опрос, собрали информацию, устроили брейншторм на тему того, чего мы хотим, что получили, мы хотим, да? Возможно, возможен ли вариант, что ничего менять не надо? Конечно, возможен. Может быть, вы все правильно делаете. У вас серый офис, серые стены, и всем это нравится, да? Возможно, это вы комфортно себя в этом чувствуете. Может быть, сейчас это ничего не стоит, да? не стоит менять. Может быть, это ваши особенности, людям в ней комфортно. Но, скорее всего, будут какие-то вещи, которые... Нет предела совершенства, и всегда есть что сделать для людей. Какая повестка шторминга должна быть? И к чему должен он прийти? Повестка шторминга, собственно, составить экшн-план, а лучше стратегию и понимание с учетом рубашего роста, да, это тоже стоит учитывать, насколько вы вообще в рамках компании собираетесь расти в 2, в 3, в 4 раза, учитывать некое масштабирование, скажем так. Понять, собственно, в какую сторону стремитесь, что вам нравится, да, возможно, подготовиться и показать, что есть у аналитику конкурентов какую-то тоже к брейншторммингу применить. И, собственно, в идеале должен быть некий экшн-план, который уже отдать проработку ответственному сотруднику, который будет этим заниматься. Какие там пункты в этом экшн-плане? Примерно, может быть? Условно говоря, да, мы вот для себя решали следующие проблемы. Мы очень часто переезжали, да, нас было 150, стало 200. Собственно, взяли ноутбуки, обычная кабинетная рассадка, переехали из одного пространства в другое. Да? Когда нас становится там 250 и больше, переезжать каждый год, но и с точки зрения затрат, и с точки зрения эффективности уже не так комфортно. Вторая проблема – не задумывались над качеством там, инженерных систем и возможности расширения офиса в рамках этого пространства. Да? То есть там проблемы с вентиляцией всем известны, open space, не open space, как лучше сесть, головная боль, ее решают все. Как это совместить? Ну, собственно, что можно сделать, чтобы оставить и то, и другое, да. Масштабирование в рамках других стран, потому что все ездят в командировки, побыли в одном офисе, приехали в другой, что-то увидели, а у нас вот не так, а мы тоже так, собственно, хотим. Ну и, наверное, особенности корпоративной культуры, которые тоже стоит учитывать, какой месседж как компания вы несете, чего бы вы хотели добиться, и, ну, как бы, как позиционировали свой офис для, там, ваших гостей, для ваших кандидатов, для сотрудников. Мне из этого более-менее все понятно, кроме как подготовиться к тому, что вы будете еще несколько раз переезжать. Что вы сделали? Вы понимали, что вы еще переедете, может быть, не один раз? Или вы переехали в офис, где планировали захватить весь? Мы сделали следующее. Мы, собственно, во-первых, изначально, когда переезжали, уже брали не впритык, а чуть-чуть больше, но, безусловно, чуть-чуть, потому что брать совсем много – это неэффективно ни с точки зрения бюджета, ни с точки зрения, собственно, вообще оптимизации какого-то пространства. Мы прописывали в договоре о аренде возможность права первой ночи, назовем ее так, и возможность расширения. Ежегодно встречаемся с собственником и обсуждаем возможности расширения для компании. Но это раз в год у вас в договоре был? Раз в год такой возможности. Хорошо. Составили экшн-план, а что, куда дальше идем? К дизайнерам или что с ним делаем? Дальше, конечно, хорошо бы отдать на проработку специалисту. Почему? Потому что помимо какому специалисту? В нашем случае это работал наш внутренний дизайнер, дизайнер, который работает над продуктом, да, то есть выделен был человек из наших UI-дизайнеров, потому что они совмещали брендбук,
да, продуктовые, собственно, с продуктом офис, назовем это так. И был внешний консультант, финская компания, которая, собственно, и финский дизайнер офисов, который помогал визуализировать и говорить, как надо, как не надо, что лучше включить, что лучше оставить. И именно он специалист по офисам, да, дизайнер офисов. Да, ага. Да, специалист по офисам. Таким образом, как бы наш внутренний дизайнер и наш дизайнер по брендбуку, они выдали свои гайдлайны с точки зрения того, что мы хотим. Был некий результат экшн-плана, куда мы движемся, какой рост и что собираемся делать, чего не хватает. Был некий опрос от сотрудников, на который мы опирались, где были, ну, скажем так, предложенные им идеи, которые хотелось воплотить. И получился такой продукт, где визуализировано, что можно, что нельзя, и какие зоны должны быть в каждом офисе в зависимости от его размеров, да, потому что там в какой-то стране мы представлены в рамках там 80 человек, а в какой-то стране 450, и это несколько разные вещи. Их старались все учесть, но оставили возможность для маневра, потому что и все меняется, и новые страны открываются, да, где мы еще не знаем, мы не можем это учесть. Правильно я понимаю, что вот такие вот штуки начинают компании делать в ситуации, когда у них, назревает переезд, у тебя есть возможность поменять все здесь сейчас, разработать такой план и въехать в нормальный новый офис, а не выселять всех на месяц и делать ремонт. Ну и, наверное, и все, да, вот... Не совсем все. Еще бы я сказала, что когда у компании только там зарождается, да, и ей там, не знаю, 3-5 лет, в первую очередь они работают, конечно, над продуктом, да, потому что это то, на чем компания будет построена, как она будет зарабатывать деньги, и это бизнес-задача. На этом все фокусируются. Но когда компания начинает активно расти, конечно, помимо этого стоит большой вопрос рекрутмента, привлечения сотрудников, поддержания HR-бренда, потому что, вот, например, как наша компания, мы можем поддерживать только HR-бренд в России. Мы работаем только на Европу и Америку, да, то есть продукт наш в России не работает. Я понял. Соответственно, там дизайн-код точно так же помогает повысить узнаваемость HR-бренда, да, и повысить его, скажем так, привлекательность на рынке. Угу. Я понял. Может быть, 1, 2, 3 совета с точки зрения ошибок, которые вы допустили в свое время, и которые не очень тривиальны, не очевидны, что можно учесть, когда какая-то компания будет заниматься вот таким вот созданием для себя нового гайдлайна, нового дизайн-кода? Ну, первое, наверное, с чем я столкнулась, да, когда мы решали эту проблему, это мой предыдущий опыт, который, возможно, работал в других компаниях, но не совсем накладывался на нашу историю, да, потому что у нас было чуть-чуть по-другому. Поэтому, конечно, стоит учитывать опыт и свой, и коллег, но, тем не менее, в идеале написать какой-то новый. Какой-то новый универсальный доработанный продукт именно под реалии текущей компании. Аккуратнее быть с, скажем так, с опросами и с возможными хотелками, да, потому что мы всех спросили, мы собрали этот фидбэк, и, наверное, люди ждут реакции. Да. Но не всегда и с точки зрения бюджета, и с точки зрения бизнес-там-вэлью и бизнес-необходимости, да, вот эти три проблемы, которые мы решаем, все можно исполнить. Поэтому, ну, наверное, стоит как-то аккуратнее с вопросами иногда. Mm-hmm. И всегда возвращаться к людям и объяснять им, почему вот это было принято, а это мы там взяли в работу или никогда к этому не вернемся. Лучше быть честным. Mm-hmm. Спасибо тебе большое. Спасибо за беседу. Полный доклад будет, наверное, однажды на YouTube или на YouTube-канале HRP. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо большое. Спасибо. Thank you.